На днях компания Resense представила новинку – концепт механических часов с ручной настройкой Type 2 и Crown Concept. Технология, используемая в концепте, похожа на уже используемую в таких часах, как Casio Gravimaster GPW2000, но ключевое отличие в том, что Type 2 и Crown основан на механическом механизме, а не на кварцевом. В принципе, Resense добавила дополнительную систему E-Crown к своему уже существующему дизайну, который соединяет швейцарский базовый механизм с пользовательским модулем ROX, который отображает время с помощью уникальных дисков, которые вращаются вокруг циферблата. Система, разработанная Resense, позволяет владельцу часов подключать их к приложению смартфона через соединение Bluetooth. Для работы E-Crown требуется электронная энергия, генерируемая кинетическим движением, или фотоэлектрическая энергия, которую получает при помощи 10 микрозатворчиков, которые при необходимости открываются на циферблате. В результате, в паре с автоматическим механическим механизмом, часы не только саморегулируются, но и автономны в том, что касается энергии. Type 2 E-Crown Concept имеет три опции настроек – полный режим E-Crown, полуавтоматический режим E-Crown и ручная настройка. Первый режим устанавливает часы с точностью до секунды, полуавтоматический – до минуты, а при ручной настройке вы настраиваете часы сами. Режимы ROX новейшего поколения были необходимы для того, чтобы превратить эту технологию в реальность. Большинство компонентов часов изготовлены из титана 5 класса. Часы состоят из примерно 500 деталей, что делает их действительно инновационными и замысловатыми. Resense сравнивает электромеханическую технологию с той, что используется в автомобилях. Это как автоматическая коробка передач в автомобиле. Ее можно отключить, если вы желаете, и позволить механическим часам работать исключительно в механическом режиме. Новейший современный дизайн Type 2 E-Crown Concept оснащен дисками, установленными на ювелирных микрошароподшипниках для более утонченной архитектуры часов, а промежутки между дисками уменьшены до 35 микрон, что делает эти часы еще более совершенными по сравнению с предыдущими часами от Resense. Постучав по стеклу, можно активировать систему E-Crown, которой можно управлять через смартфон. Головка позади позволяет настраивать часы вручную, когда вы этого пожелаете. Существенно то, что E-Crown не смешивает зубчатый механизм с барабаном и стрелками, поэтому вы можете выбрать полуавтоматическую или ручную настройку и при этом не теряя ощущения, что пользуетесь механическими часами. Несмотря на то, что эта модель представлена всего лишь как концепт, она будет доступна к продаже в 2018 году.